Главное украшение новогоднего стола – салат оливье. Такой фейерверк в гастрономическом воплощении. За долгие годы от оригинального рецепта осталось лишь название, множество вариаций приготовления и безграничная народная любовь. Но и у нее есть своя цена. Сколько теперь в югорских магазинах стоят соленые огурцы? И почем зеленый горошек? Выясняла Виктория Редькина. Филе двух отваренных рябчиков, один отваренный телячий язык, около 100 граммов черной паюсной икры, а еще 200 граммов свежих листьев салата, 25 отваренных раков или один большой омар, соус провансаль, горчица, специи. И все это первоначальный рецепт всеми нами любимого самого новогоднего салата оливье. Как утверждают источники, примерно таким он был в 19 веке. Но настоящий рецепт своего кулинарного шедевра автор легендарного салата, француз Люсьен Оливье, унес в могилу. Известно только, что при жизни он называл его майонез из дичи и никому не рассказывал об ингредиентах. Позволить изысканное блюдо себе могли только богатые помещики. Со временем рецепт менялся и становился более доступным. Сегодня мы будем готовить наше традиционное оливье. Картофель, морковь, вареные яйца, маринованные огурцы, колбаса, зеленый горошек и майонез. В таком варианте оливье, или как его еще называют, зимний или мясной салат, был главным праздничным блюдом на новогодних столах у советских граждан. В таком варианте его готовят и по сей день. Единственное, что мы изменим, это подачу. Мы ее сделаем более новогодней, более красивой. Праздничная нарезка, оригинальная подача и частичка души – вот секрет приготовления вкусного новогоднего салата, говорит повар со стажем. Новогодние праздники, вот эти вот дни именно, они просто заказывают этот салат и чувствуют себя в нашем ресторане более комфортно, более домашне, более празднично. Но за это придется заплатить. Себестоимость такой порции в 250 граммов составляет 40 рублей, говорят специалисты. В меню цена увеличится до 300 рублей. У нас получился новогодний салат оливье. Приятного аппетита! С Новым годом! Подобный салат мы попробуем приготовить в домашних условиях с учетом рекомендаций шеф-повара. За основу возьмем эталонный рецепт от Росстата. Берем банку консервированных огурцов и зеленый горошек, картофеля полкило, несколько вареных морковок на 200 граммов, 4 яйца и отрез докторской колбасы ровно 300 граммов. На выходе должно получиться 2 килограмма салата. На мой взгляд, на семью из 4 человек многовато. Можно накормить всю редакцию информационных программ, ну или, например, операторов. Традиционное для россиян новогоднее блюдо, по данным Росстата, за год прибавило в стоимости 4%. Подорожали все ингредиенты оливье, кроме картофеля. Самый большой скачок сделала морковь. Она прибавила 14% в цене. Ханты-Мансийский набор продуктов для новогоднего салата будет стоить 355 рублей. Примерно столько же на кассе отдадут хозяйки Нижневартовска. Самые дешевые ингредиенты продаются в Пытьяхе. 2 килограмма оливье будут стоить 335 рублей. Не повезло жителям самых северных районов Югры. Самый дорогой новогодний салат будет у жителей Белоярского – 487 рублей. И Березово – 560. Вот такая семейная экономика. Но сколько бы ни стоил главный новогодний салат, для многих это не просто еще один символ наступающего года, а воспоминания. Воспоминания из детства. Вот приготовил оливье, и настроение уже стало новогодним, и словно машина времени перенесла тебя в те годы, в годы твоего детства или юности. А такие эмоции, ощущения, они же бесценны. Оливье в режиме нон-стоп для вас готовили Виктория Редькина, Александр Шулдиков и Леонид Чемляков. Специально для программы «Больше, чем новости».